Как сообщает сайт Европарламента, депутаты парламента одобрили резолюцию, в которой призвали расследовать недавние разоблачения отмывания средств и коррупции в пользу действующей власти Азербайджана. За этот документ проголосовало 578 евродепутатов. Против выступили 19 и 68 воздержалось. Депутаты осудили недавнее разоблачение, изложенное в журналистском расследовании под названием «Азербайджанская прачечная», а также попытки Азербайджана и других автократических режимов в третьих странах с помощью незаконных средств влиять на европейцев, ответственных за принятие решений. Европейский парламент должен изучить и принять решительные меры для предотвращения такой коррупции, поскольку это подрывает авторитет и легитимность его работы, говорится в сообщении.